Сейчас со своего с телеграма хвачу колоду. А, я типа не делал колоду, что ли, под бикому? Под вот эту ому. Или на пике. Упущенница, упущенница. Не знаю, что это я тильтанул, что ли, получается? А, не, вижу. Скриншоты было просто. Ну что ж, здесь супер критично, ну, прям вообще, чтобы идеальный заход был. Чтобы был тупо идеальный заход. Без идеального захода жизнь на этом друиде, она, конечно, не сладкая. Это, кстати, не идеальный заход. Это отстойный заход. Мега отстойный. Нужны живые корни и зомби сразу же. Это нехорошо. Я могу попытаться что-то из водного облика достать за единицу. Это тоже, знаете ли, ну такое. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Может быть, хотя бы здесь. Зверь. У меня зиро зверей. Ну ладно, давай я панцирь возьму. Что, я достану их? Так. В принципе, неплохо. Мне остается всего две карты с... Две карты с выбором эффекта. Одно из них сокровище. Доспехи, доспехи, почти совсем новые доспехи. Хорошо. Носатый. Кстати, я могу даже достать семена в почве, теоретически. Ладно, я возьму вот это вот. Два саженца. Что, вы готовы? Готовы? Оп! И не вылетел. Ничего себе. Ничего себе не вылетел. Не вылетел, ничего себе. Так, ну мне нужно деревенение побыстрее. Желательно. Хрен с тобой. Это что такое? Это три урона? Да вроде не было никаких хотфиксов. Патчевых. Так. Ну, так себе. Честно говоря, пока что так себе. Ладно, я могу, типа, достать 4. 4 могу сделать. Мне то, чтобы очень сильно по квесту пока продвигается. Хорошего. Хорошего не очень продвигается по квесту. Так.
Ну и опять же я могу вот так еще сделать. Что же тоже будет неплохо. Правда, боюсь какой-нибудь парпорей. Так, надо же пока посмотреть колоду. Теоретически к чему быть готовым. Роуз. Так, препарейшн уходит. Это, кстати, очень много. Ага, никакой шестерки не играется. Можешь сейчас квест сделать? Как будто бы не может. Так, я могу сделать очень большой сейчас как будто бы ход, да? Он может мне все разломать, всех убить. Ну, я же не против. Главное, что квест у него, ну, так себе выполняется. Что, не будешь атаковать? Не будет атаковать. Угу. Хорошо. Ну, по всей видимости, мне лучше все же сделать. Раз. Два. Хорошо. Если что, летал на столе. А еще у меня вероятность... Ну не, у меня не такая высокая вероятность. Доспехи, доспехи, почти совсем новые доспехи. Ты будешь ее крутить? Ну, будет неприятно, честно говоря, но в целом ладно. Не говоришь, что у тебя ваниш есть? А как у тебя не может быть ваниш? Ну, этого ты еще достанешь, хорошо. Ты можешь его крутануть, хорошо. А если ты на квест существо делаешь обилку? Если ты на квест существо сделаешь обилку, будет 5-5-2 древа или 1-1? Нет, 2-5-5 будет. Будут 2-5-5. Ну, мне придется весь стол чистить. В принципе, ладно. Ну, а с другой стороны, я... Так, хорошо. А подожди, я его не убиваю, я его убиваю, скорее всего. У меня, типа, 22 на столе. Это дает 4, это дает 5, это дает 5, хорошо. Изи. Так, ну первая победа есть уже не так плохо. Исцеляющие пруды, рюкзачки. Выбор интересный. Учитывая, что... Я думаю, что рюкзачки мне важнее. Исцеляющие пруды, конечно, я бы хотел бы их чуть позже иметь, но мне кажется, рюкзачки супер важны. Я не надеюсь, что я много сделаю этим друидом. Это, ну, как бы паршивый герой. Я это осознаю. Рюкзачки должны мне в первых партиях помочь чуть больше. Ну, ладно. Кстати, неплохой набор. Вот здесь вот эта бочка хотелось. Да, ну ладно. Здесь тоже есть природа, но здесь нет таких дорогих. Хилл, он помогает в какой-то момент. Против других условно-агрессивных колод. Ну или там просто, не знаю, против... Так, мини-сет хайп видео лик на удилетед. Так, хорошо. Это здорово. Это, в принципе, тоже можно сделать. Блин, ну, вообще могу все оставить. Поехали. Рено нужно очень быстро убивать.
Вообще, да, мини-сет он уже скоро. Видимо, после потасовки и будет мини-сет. Давай так я сделаю. Ты будешь сразу стрелять? Ой, бля, идеальные стрелы, как обычно. Как обычно, идеальные стрелы. Я проиграл уже здесь. Ну да, я сейчас 2-5-5 достану. И по сути на этом как бы и все. Если он не сможет это все дело отбить, вот это, то я уже хрен знает, как здесь выигрывать. Но если зацеплюсь своими 5-5, может быть, как-нибудь. Оружие на халяву достал. Давай. Строго в лицо. Закон природы. Так, следующий ход мне нужно подумать. Сколько он мне оставляет, вопрос, конечно. Первые игры, ну как бы Рено такой персонаж, что им, он, да, он очень тяжелый, но первые игры-то достаточно простые с ним. У тебя вся колода у тебя на компактной, у тебя все хорошо. Поэтому Рено, конечно, кантерный. Сейчас. Постепенно должен быть. 8, окей. Что я должен сделать? Погоди, у тебя еще, а у тебя кристалл, а почему у тебя остались кристаллы? Давай, как-нибудь. Хорошо, допустим. Не, ну давай я так сделаю. Так, какой-то забав. А забавов у меня не то чтобы много. Закончена игра. Ну какова вероятность, что он меня сейчас не убьет? А, у меня 100% убивает. Тут вообще без вариантов. У меня должно было быть четное количество существ для того, чтобы был шанс, что он не убьет. Да, и вот на пятый ход мы должны были убивать. Не убиваем на пятый ход, то и все. Игра завершается. Давай клинок Келдалара возьму. Ок.
Вот эти две карты мне, конечно, больше нравятся. Ну ладно, это не природа, это не так критично. Вот это отстой. Слушайте, а вот этот персонаж, он же, в принципе, такой же, как семерка, да? Только чуть хуже. Ну, в принципе, такой же. Не, ладно, хорошо, я пока что так возьму лучше. Ну, его, кстати, побить можно. Следователи, выдержать любые испытания. Я покажу тебе силу моего леса. Давай пока что так. Так, ну поехали. Ты еще хочешь разыграть? Плохой ход. Аура у нее, конечно, классная. А, вряд ли он сможет выиграть, я думаю. Зверь же у меня не появилось нового. Не появилось. Это вряд ли мне сыграет, ну и хрен с ним. Я пока что так. Следующий ход, скорее всего, будет знак дикой природы. Вот. Что он там сделает за единицу раскопку? А, да, неплохо. Неплохо, у него две такие получаются. Пускай. Много-много приятных карт. Так, у меня есть три карты, помимо, не помимо, а включая проницательность стража. Спиритизм, ну, не знаю, нафиг тебе спиритизм нужен, вообще, просто тупо игнор, ага, хорошо. Понял? Слушайте, а возможно это всегда ломается именно на сокровище? Потому что она и четверку превращает в две тройки? Может из-за этого? Нужно проследить за этим моментом, потому что это достаточно читерный момент. Не? Точно нет? Ладно. Ну нет, так нет. Хорошо. Да, сокровище было не сломалось, точно.
5. 5 плюс 5, ну, можно даже восстановить, но что-то хрен его знает, что я буду восстанавливать. Ну, 5, не, хорошо. А, ну, зачем мне восстанавливать, я могу просто тройку сделать, да? Значит, 4 плюс 5, 9. 9 на столе у меня... Ну, в общем, у меня есть летал. Определенно. Бедный Элиз побить. Друид бил Элизу даже когда она была в расцвете сил. А сейчас тоже. Вообще. Ты должно быть. Ну что, давай железные корни. В принципе, в прошлый раз нормально было. Сейчас продолжим. Ох. Ну, норм, но нет. Конечно же, такой набор мне куда больше нравится. Добор бы. Ну чё, давайте попробуем 7-то всё же схватить. В принципе, до второй ауры дошли с одним поражением, но нормально. Нормально, терпимо. Я хочу это оставить. Вот это не обязательная карта. В целом я ее могу оставить, потому что она очень много дает сразу забав. Придется заново миллион сообщений отправлять. Ну, потому что как бы чат он приписан строго к... чат он строго к нику приписан. Окей. Ну, допустим. Я все равно сильно бафы. Все равно сильно бафы. Поехали. Такая там светомузыка. Да, 5-6 это много. Как ни крути. Два. У них будет одинаковый рейтинг. Будет одному считаться. Хорошо, давай я так возьму. Берем. О, ну я могу буйный рост взять, потому что он сейчас удешевлен будет. Древний, давай. Достанем. Неплохо в лицо зашло. А что же будет дальше? Ты серьезно меня убьешь? А, ну хорошо. Ну ладно, хорошо, 6 восстановил. Сейчас чуть-чуть в лицо получше. Чуть в лицо получше. Можно тройку просто даже сделать. Можно сделать раз, два и тебя можно сделать. Давай.
А забапает один раз, да? Ну, кстати, ладно. Учитывая, что один раз бапает, мог бы и не делать. Не так она здорово. Вот тяна. Ну, скорее всего, я возьму набитый мешочек. Гномский армейский нож классная штука, но я чувствую, что у меня с добором... Паршивенько у меня с добором. Поэтому лучше я возьму набитый мешочек. Сейчас мне просто весь добор будет, да, даваться. Но это все равно дорого. Хорошая хотя карта. Здесь одна карта внятная. Кстати, это не так-то плохо. Это не так-то плохо. Это дороговато. Не, наверное, я все же такое предпочту. Ну да. Давайте такое возьмем. Есть начало. Ну ладно, от этого я на самом деле избавлюсь. Потому что если мне уберут сразу существо, то нафиг оно мне надо. Окей, у меня есть существо дополнительно. Угу. Черепашечки. Призывает. Нормально, 5-7. 5-7 это окей цифра. Да. Теперь есть зверь в колоде. Правда. И ведь хороший зверь. Тоже стоит отметить. Так. Может быть тройка, может я что-то еще другое придумаю. С озарением. Что ты мне будешь 5-6 убирать? 5-6, кстати, хреново, да, убирает. 5-6 хреново. Ну, ладно, что поделать. Такой, наверное, придется ход сделать. Внимание, сюда! То есть Кагат плюс ракетные ранцы, это прям очень нехороший этот вор. Прям хороший, хороший. 3-2. Черт с тобой. Давайте мы броню с него собьем. Разбить бронёк. Вау. Ну давай. Не повезло, друг мой. Ну примерно так оно и выглядело. Жесткая агродруид, дешевые раскопки на +1/+1 и призыв пеньков за спелы природы. Ну не так много раскопок. Так, у нас есть добор.
Магическая помощница тоже хороша, но я думаю, что мне лучше добор здесь взять. Шевеление, конечно, тоже прикольно, но нет, давай добор. Вау, может быть, мне стоит и здесь бы взять добор. Да, я не откажусь. Два заклинания природы и озарение. Озарение, окей, хорошо, это я возьму. Я готов такой взять. Это меня устраивает. Ну давай. Че, еще какую-нибудь единицу может. Должны сразу с первого хода занять стол сильно. Мы будем заниматься, значит. Давай. У меня 5-7. Ноп. Хорошо. Это, кстати, может быть грязь. Ну, достаточно грязь, скажем честно. Ну, ладно. Грязь достаточная. Уже, ну, я могу. Давайте-ка попробуем что-нибудь раскопать. Вот. Это супер классная карта. Хорошо, если что, добьем. Это я тоже сделаю. О, можно супер дешевое что-то достать. Меньше ценности. Да с наименьшей! Ладно. Не знаю. Я чё-то почему-то у меня было уверенность, что я взял беру с наименьшей. Чё-то была уверенность. Бывает. Ну, достаточно прикольно для него. Да отвали! Бля. Не, ну это, конечно, дичь. О, это, конечно, дичь. Ну, давай. Давай. Ну, в принципе, хорошо. У меня будет добор, типа, дешевый. И так, наверное, тоже критично. Охренеть. Как же свитки иногда тащат, конечно. Вроде бы как бы мелочь. А посмотрите, сколько ему всего удачно зашло. Вначале 2-2 мне убил, да? 2 урона покосил. Даже не 2 урона покосил, а по сути 4 урона покосил. А потом просто... Вот сейчас это просто с ума сойти ход. Сколько он ему дал. Паш, ну ладно.
Допустим, если он мне хотя бы одного оставит, я буду в принципе рад. Боюсь, что ни хрена не оставит. Окей, одного, видимо, оставит все же. Ну, это, кстати, на его месте я бы... Это за один. Окей. Так, надо подумать. Вот его бы, конечно, хотелось бы убрать как-нибудь. С другой стороны, мне очень хочется сейчас просто по максимуму урона наносить. Ладно, давай так. С не меньшей стоимостью. Хорошо. Давай. Бля, ну как тебе прет? Ну камон, ну что это такое? Ну как так переть-то может? Писец, он просто проперся со свитков, ну нереально. Ладно, здесь я проиграл. Иногда свитки невозможно победить. Так, может быть, что-нибудь как-нибудь? Давай. И чё? Хотя, о чем я, вот что мне это даст? Что это мне даст против 14-11? Ну, что мне это даст? Ничего не даст. Свитки, конечно, вот просто вот все. Если тебя прет на свитке, любой оппонент легко выигрывается. Блин, снова добор. Снова добор и снова, кстати, сладкий добор. Я готов его взять. У меня бы еще начальных существ стартовых вот за единичку. Жуть. Ничего не надо. Мне нужен персонаж, которого я сразу на стол выставлю. Угу. А вот как будто бы и он. Оставит мне его на столе, огромные у него будут проблемы. Но ему нужно будет какой-то сразу полиморф. Видимо. Но с другой стороны, у меня существ нет на столе. Что не очень здорово для меня. Хочу ли я его вообще убрать? Наверное, да. Хочу.
слушай. Тут уже не важно. Так. Хорошо. Кстати, может быть, даже я это хочу взять. У меня достаточно много добора. Да, здесь я могу убрать что-то со стола. Ну, давай так еще сделаю. Не знаю, ладно, хорошо, наверное, 8-то все же в лицо хотелось бы. Ну, пускай, первую уберу. Дальше разберемся. Что, следующий ход играть, не знаю. Ну, видимо, будет просто раскапывать. Может, нолики раскопаю. Да, это я пока подигнорирую. Это я пока могу подигнорировать. Это лучше. Хорошая карта, но, наверное, мне проще вот ее сделать сейчас. Хотя я могу его оставить. Не, ладно, давай. Бах. Бах на 12. Не вопрос. Сможешь ли ты мне его убрать? Реальность сплетается. Теперь следующий вопрос. Убирать ли мне 2-4? Три. Го нолики? Не нолики. Не нолики, не нолики. Ну, я думаю, что все же мне правильнее в лицо лупануть. Ну, следующий ход летал. Если что, превращи его в 1-1. Красота! Это не только блеск чешуи. Это недостаточно. Да, хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Кровавая луна. У меня не так много существ. Наверное, возьму некротический яд. Ну, здесь я откажусь. И здесь я откажусь. Ну да. От обоих откажусь. Так как будто бы не так-то плохо. Ому. Я покажу тебе силу моего леса. Пусть решит сильнейшая. Давай начнем так. Так, хорошо. Ага. Здесь больше атаки мне надо. Слушай, а чё, почему это до хрена карт? А это нормальное количество карт. Не, подожди, я что-то ни хрена не понял, почему так много карт?
Это нормально, что не такое количество карт? Я что-то понять не могу. Ну ладно, останусь. Да, хорошо, 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 хорошо. А что уходит второй? Так. Ну, я не знаю. Ну, типа, ладно, давай так сделаем. Я забыл, сколько карцайн дает карта, когда ты ходишь первый, когда ходишь второй. Просто мне немножечко в ступор ввело то, что окей. За один я хочу взять? Или мне проще тебя достать? Я думаю, мне проще тебя достать. Вело немного в ступор то, что как бы у меня рюкзачки, и вроде как бы я сейчас должен как-то у меня дохренища карт должно быть, а у меня типа нет карта, а у него полная рука. Я сейчас немножечко забыл, что я через Энервейт всевозможные играл, ну ладно. Так, хорошо. Начнем, пожалуй. Могу сделать тебя, могу сделать тебя. Ладно, я сделаю лучше так. Окей. Не, ну как будто бы чистишь. Ну не чистишь, но это. Вставляешь. Мало на столе. Все, я победил. Изи победа. Подожди, а у меня 6, 7, 7, 9, 9, да. Шесть побед. Ну хорошо. Шесть побед это нормально. Зомбаря возьму. Это, конечно, так себе. Ну, кстати, тоже полный стой. Ну, древо мудрости я не хочу, это слишком дорого. Здесь, в общем, тоже ничего хорошего. Но две единицы возьму. По две единицы. Элиза. Ну чё, я должен найти стартовый какого-то стартового персонажа. Хорошо. Вот мой стартовый персонаж. Работка. Кстати, неплохой ход сделать двойку и озарение. Казалось бы, полный отстой, но на самом деле не так-то плохо. Давай. Пускай у меня будет два существа. Давай даже так сделаю. Оп, 8-8.
Ну хорошо, я могу сделать. Раз. И два. Ой, друид. На хрипах. Классический друид на хрипах. Смотрите, какие у него лего второго уровня выходит. Он сильный. Он жесткий. Да хрен с тобой, я так сделаю. Сильный жесткий друид. Будет мудро. Будет. День победы. Ну давай, посев семян. Хотя, кстати, жуткая вещица мне тоже ок. У меня достаточно много добора. Ну да, вот давайте посчитаем, сколько у меня существ. Да, заклинание природы, я понимаю. Раз, который не работает. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Не, я возьму жуткую вещицу. Нафиг. Нафиг. Так, это мне неинтересно. Друид рифа мне интересно. Угу. Мне зомбарь интересней. Хорошо. Это... Сейчас будет сразу же тест для шамана на есть ли у тебя стрелы инволюции. Давай. Меня этот тест устраивает полностью. Это за единицу, но это-то можно копернуть существо, что неплохо. Давай. Зомбаря копернуть нормально. Зомбаря мне нравится. Окей. Немного еще его в лицо побить. Как насчет шестерки? Ну пора, пора шестерку доставать. Да я бы не сказал, что прям супер голдфиш заход. В этой колоде голдфиш заход будет с кучей озарений. Потому что здесь сама колода собралась очень бодро. Очень бодро, очень сильно.
Да, я хочу немножечко в разных, если что. Не в разных, так не в разных. Не, вроде и так норм. Мертвая карта. Мертвая карта. Что-то выглядит, что у шамана, ну, жесткие проблемы. Ага. Окей. Так, если я вот это делаю, в лицо стреляю, не хватает. А, ладно, мне и так хватает. Мне и так уже достаточно. Да. Восемь. Слушай, такое ощущение, что это друид, это прям нормальная тема для того, чтобы можно было бы пофармить. Ну не, наверное, отказываюсь. Честно сказать, я не могу сказать, что это плохо. Да, ведь неплохой набор. Зомбарио очень хорош. Ну типа жизнь и смерти, но... Ну да, ладно, хорошо, вот этот карт подводит. Было бы два зомбаря и жизни смерти, я бы взял. Три зомбаря я 100% бы взял. Посмотрим, кто вырастет сильнее. Так, ладно. Я помню этот матчап. Матчапе лучше. Не знаю, сейчас подумаем. Можно, конечно, убить его, можно... Если он сейчас достается с провокацией. Ну да, мне нужно побыстрее, короче, вот накинуть. Побыстрее. Быстрее накинуть. Так. Так. Ладно, хорошо, я достану ее. Сразу ударю. Потому что долго думаю. Угу. Дело сделано. Игра вылетела. Окей. Ну что, мне сразу тройку сделать? Ну, в смысле, обилку. Ну, вполне. Ну да, давай Диму воскрешать этого не очень хочет. Хорошо. Все
Хорошо. Не косячим больше в битве с Плагином. На Уиллу сделал 8-3-10-3, на Мазаке 5-3, на золото больше не поднималось. Дают всякий слаг, пусть золотые. Ну это. Цилиндр мне не очень нужен. Ну давай механическую помощность возьмем. Гав. Ну, это, конечно, здорово. Слушайте, ну, может быть, мне из-за этого стоит взять. Может быть, стоит взять. Гав отстой. Но терновые стражи очень хороши. Ладно, я готов взять. Я готов. Это, я думаю, стоит убрать. Зомбарь бы, конечно, поприятнее был бы, но ладно. В лейте, учитывая, что мы последние игры выиграли на 3-4 ход, как бы это немножечко прохладная тема становится. Хорошо. Раз, два, три. Потом тебя сделаю. Оставлю или нет. Хорошо. Ну? Блин, он меня еще и убил. Не говорю, ладно, хорошо. Хотя бы двух, хотя бы оставил мне одного. Хотя бы одного оставил. Жестко. Ну, 6-7 ход это, ну, такое. Бей 1-2. Ладно. Ладно, хорошо, 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 ладно, хорошо, ладно. Лучше так. Будет много-много добора. Либо сильно забафанные существа. Либо ни хрена не будет. Тоже вариант. Тоже вариант. Окей.
Ну давай. Но у него шел Black Master. Это как бы тоже много. Ну, наверное, все же мне нужно было делать... Ну, хотя, честно говоря, не важно. Да, ну, честно говоря, здесь мало чего поменял бы. Была провокация, он бы все равно не убил ее. Бомбы осталось 10. Хорошо. Это выглядит как будто бы такое достаточно крепкое большое существо, да? Ну ладно, я думаю, что мне будет нормально и так кинуть просто. Ну, мы взяли гафа, мы сейчас и посмотрим. Даже теорию нет смысла обсуждать. Просто посмотрим, как этот гаф играет. Так. Давай. Пост. Хорошо. Давай так я сделаю. Если что, у меня тройка, озарение, пятерка. И пусть... Что хочет делать? Пусть боль говорит за тебя. Давай мы без экзекут как-нибудь. Не, это ход, конечно, редчайшего отстоя. Да, это ты подъехал. Хорошо. 10 побед. Пожалуйста, хватит. Ух. Но хочу ли я ростки греха? Я думаю, нет. Мне очень важно вначале достать существо. Вот сейчас против Рено. Мне кажется, мне станет как-то намного проще играть. Интересный у него ауры. Это тот же самый Рено или что? Ни хрена он добрал просто две дополнительные карты. Четыре дурацкие. Шум. Шум. Ну, может быть, и талант плюс Калдалар. Вполне себе. Чё бы нет. Чё бы нет. Я тут! Я всё сделаю! Это изи. Так. Неприятный. Нет, я предпочту лучше такой ход. Чтобы у меня точно был кто-то на столе. Человек-сокровище, походу, против нас.
Ну ладно. 1-2 уберет меня еще дополнительно. Ну а теперь надеемся, что мне придет какой-то добор. Еще меня зомбаря обилкой может убить, кстати. Так, а что он меня заберет? Ну что ты меня заберешь? Вот эту пятерку заберешь? Сак, вот это заберешь? Ладно, не это. Ну хорошо, у меня остался зомбарь. Он Вергенштерн потратил. Писец, конечно, Вергенштерн. Много сдал. А, еще у тебя и такая штука есть. Так. Очень нужен какой-нибудь добор. В принципе, доберу, если будет нормально все. Так. Давай так. Кандалар у меня есть еще сверху. Ну да. Ну да. Ну да. Не, ну а чё бы не Кандалар? Логично. Писец мне нужен добор. Ладно, это хрен с тобой. Дай мне, пожалуйста, добор. Дай мне, да, пожалуйста, добор. Хорошо. Здравствуй, Велком. Ну, 6 здоровья. Но проблема у меня огромная. Да ладно, я полная проиграл. Ну, а чё ты сделаешь? Человек-сокровище, как бы, вышел на тропу войны. Ну, давай. Свобода. Давай так.
О, ну ладно, может быть, мне не стоило их доставать. Ну что я могу сделать? Как я могу выиграть? Если мне придет тройка. Тройка. И вот я его супер забафаю. И он, ну, просто будет. А, ну, кстати, щит Кинария. То есть, тоже может. Да, то есть, что он не сможет мне удариться куда-то в другое место. Ну, это полный отстой. Че, ну 6-6 у меня будет. Это недостаточно. Ладно, хорошо, сделаю я так. Жаль. Жаль, но сделать ничего было невозможно. Человек-сокровищ, человек-свитки и просто человек-рено. На первых, в первых партиях. Сегодня тут много народу, но для тебя всегда место найдется. Ну, мне пятерок было достаточно, кстати. Мне пятерок-то как бы тоже еще одна дополнительная была. Это было. И вообще много чего было. Но нет. Опять мусор. Писец, за 10 побед 20 золота сверху насыпали. Ну охренеть.